Jonah has just participated in the greatest single conversion experience in the history of the world. Иона только что наблюдал одно из величайших обращений множества людей к Богу. He's gone to the biggest city in the world and everybody repented. Смотрите, он пришел в один из самых крупных городов мира в то время, и все в этом городе покаялись. It's not a bad day's work for a prophet of God. Не самый плохой день для пророка Божьего, правда? But he is extremely angry. Но при этом, при всем, он ужасно раздражен. Chapter 4, verse 1. Он гневится. Первая глава, 1 стих 4 главы. И он сильно огорчился этим и был раздражен. He goes on to tell us why he's so angry. И дальше мы читаем о том, что же было причиной такого раздражения. God, I knew this is what you were going to do. О, Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? This is just like you. Это на тебя похоже. God knows what kind of a God God is. Now, this tells us again that his theology was perfect. И опять-таки он говорит, не это ли я говорил? Он знал, какой Бог, он знал качество Бога. И опять же это говорит нам о том, что с богословием у Ионы было все в порядке. Ионе были знакомы все события в истории, когда Бог являл свою милость народу израильскому. But he didn't want God to be merciful to the Assyrians. При этом, при всем, он не хотел, чтобы Бог являл свою милость ассирийцам. And it's easy to see why. Вполне легко увидеть, почему. If God spared the Assyrians, если Бог проявляет милость к ассирийцам, then there would be time for them to come across the Fertile Crescent down to Israel and destroy his own nation. Тогда они останутся в живых, тогда они пройдут по этому плодородному месяцу, вот обойдут вот эту всю территорию, придут в Израиль, разрушат Израиль и истребят израильский народ. So the Assyrians' conversion worked against his nation of Israel. Что получается? Получается, что спасение ассирийцев Богом означало падение народа израильского. And he's so upset, he prays to God that he would die. И он настолько раздражен, что он говорит, я лучше бы умер. He wants to die because of other people's salvation. Он предпочитает умереть, а не радоваться о спасении других людей. Isn't that terrible? Не ужасно ли это? And God says, do you have good reason to be angry? И Бог говорит, я понимаю, почему ты раздражен. So here's God and here's Jonah. И вот смотрите, здесь у нас Бог, здесь Иона. And there's a stalemate. Russians know chess. И проходит такая как бы своего рода игра. Это называется пат в шахматах, патовая ситуация, безвыходное положение, тупик. So God says you have no reason to be angry. Бог говорит, не надо раздражаться, нет Jonah причины. Says, I have every reason to be angry. И он говорит, да как же нет причины? У меня самая веская причина. So who will move first? Кто будет ходить первым? God moves. Бог. Jonah went to the east of the city. Иона отправляется на восток страны, города. And perched himself up on a hill overlooking the city of Nineveh. И укрывается в безопасном месте, где-то на возвышении, чтобы видеть город Ниневию, чтобы наблюдать за его разрушением. Because he's still holding out hope that God might destroy. Потому что он до сих пор лелеет в себе надежду, что Бог истребит ниневитян. And while Jonah is up on this hill, и пока он сидит вот на этом холме, God goes to work. Бог продолжает действовать. He appointed a plant. Он насаждает растение. This is a plant called a gigayon. Растение, которое на древнееврейском языке называется гигайон. Very fast-growing plant, but miraculously so, supernaturally so in this case. Это и так растение, которое достаточно быстро растет, но в данном случае оно растет супербыстро. And the plant grew up over Jonah. И вот оно возвышается уже над Ионой. And it shaded Jonah from the hot sun. Даже кикайон оно называется. Кикайон растение. Кикайон. And for the first and the only time in the whole book, Jonah was happy. Оно вырастает достаточно. Кикайон. Оно вырастает достаточно высоким, и Иона может укрыться в его тени. И, наверное, первый раз за всю книгу Ионы, Иона чувствует себя счастливым человеком. He is extremely happy about his plant. Он исключительно счастлив, что растение выросло прямо рядом с ним.
And then и он весьма обрадовался этому растению, записано. А потом Бог устроил так, что червь подточил это растение. Just a lowly little worm. Небольшой такой червь. But the worm attacked the plant. Но вместе с тем он причинил вред растению, он подточил его. And then the plant attacked, or the plant died. И это растение засохло. So Jonah had no protection from the sun. Соответственно, теперь Ионе негде было укрыться от палящих лучей солнца. And then God appointed a scorching east wind. А потом написано, что подул ветер с востока. Знойный восточный ветер. Солнце палило невыносимо, и Иона уже не мог больше терпеть таких условий. И второй раз Иона говорит: лучше мне умереть, нежели жить. И, наконец, Бог говорит свои заключительные слова Ионе. After questioning, do you really have reason to be angry with death? Неужели так сильно огорчился ты за растение? God says at the very end, and would you just read God's last words? И он, смотрите, что говорит. Тогда сказал Господь: ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота? Это заключительные слова Бога к Ионе. And that's how the book ends. А вот на этом и заканчивается книга Ионы. Without answering the question Andre asked. К сожалению, без ответа на вопрос, который некоторое время назад задал Андрей. Я понял этот ответ. Я понял, что прекрасно, что Иона был очень сильный эгоист. Очень сильный. Jonah was so selfish. Yes, Jonah was incredibly selfish. And with that word from God, the people listening to the story of Jonah would say, what happened next? И вот когда Бог обращается к Ионе с этими словами, люди, которые слушают вот этот рассказ об Ионе, задаются одним вопросом: что произошло дальше? That's what we want to know. Мы с вами тоже хотим это знать, правда? Did Jonah finally repent? And did Jonah get happy about Раскаялся ли наконец Иона вот в своем вот этом отношении, и возрадовался ли он наконец о спасении ниневитян? We don't know. I hope so. Нам это неизвестно. Я только очень на это надеюсь. But the question would come back to the people of Israel. Но вопрос обращен и к народу израильскому. What will you do? А как поступите вы? Will you join God in His great missionary endeavor to save all the nations of the world? Будете ли вы вместе с Богом участвовать в вот этом невероятном, в невероятной миссии по спасению всего мира? Or will you be like Jonah, Israel? Или, Израиль, ты будешь подобен Ионе? And be all selfish? Останешься эгоистом? And more concerned about your comfort? И будешь волноваться исключительно о собственном удобстве? Other people's eternal destiny? Чем о вечном предназначении других людей, о вечной судьбе других людей. So this message was a sharp sword right back at the nation of Israel. Знаете, вот это послание обращается острым мечом, направленным непосредственно на народ израильский. And I think this book is a sharp sword to every Christian. И мне кажется, и каждый христианин должен увидеть в этом послании обращение к самому себе. This book teaches you and me something about the character and the nature of God. В этой книге мы узнаем какие-то качества и характера Бога. He longs to show compassion to all people. Бог хочет проявить милость ко всем людям. He is a great and gracious God. Это великий и великодушный Бог, милостивый Бог. And he would far rather show mercy to those who turn to him in faith. И он скорее готов оказать милость тем, кто обращается к нему в вере. Than destroy the wicked. А чем истребить злых людей? What we might do with this book on a personal level and in our ministries. А теперь как мы можем применить эту книгу к своей личной жизни и к нашему служению? Is to see if there is any Jonah in us. Во-первых, обратить свой взгляд на себя и посмотреть, а не запрятался ли в нашем сердце такой маленький Иона? Virtually every character in the book is a hero except Jonah. Можно сказать, что все персонажи этой книги герои, кроме Ионы. The storm rages when God throws it onto the sea. Буря бушует в море, буря, которую Бог послал.
The heathen sailors believed in the Lord. А язычники, которые уверовали в Бога, the они поверили в Бога. Jonah on command. А кит, который по повелению Бога тут же поглощает Иону. The Ninevites repent at the preaching of Jonah. Ниневитяне, которые после такой короткой проповеди Ионы покаялись. The plant grows when it's appointed. А растение начинает расти опять-таки сразу же по велению Божьему. The worm burrowed into the plant just as God told it to. И даже червь, который подточил растение, оно иссохло, также выполняет свою миссию по назначению Божьему. И даже ветер начинает дуть с востока. Единственный, кто во всей книге оказывает непослушание Богу, это сам пророк Иона. And the question for all of us to ask ourselves. И мы с вами должны задаться таким вопросом. Will we do what God tells us to do? А мы с вами будем следовать воле Божией и исполнять порученное нам Богом? Will we join God in His great missionary endeavor? А будем ли мы вместе с Богом совершать свою миссию? Will we put aside our love of comfort? Отложим ли мы свое желание оставаться в зоне комфорта, на такой удобной территории, но и возьмем ли мы с вами славное Евангелие и понесем ему людям, которые не знают Иисуса? Вот именно по этой причине мне кажется, что это одна из самых впечатляющих миссионерских книг во всем Ветхом Завете. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу «ТВ-семинарий».